Сегодня хочу показать, как можно отремонтировать визирь на каске мотоциклетный там. Такая царапина, я ее пробовал клеить, но клей все равно опять разрушается. И самый лучший вариант, если его зашить. Для этого понадобится любая бормашина. Вот я взял этот шуруповый верт, сверло на 2 миллиметра, дырочки сверлить под леску, и леска 0,5 миллиметра. Ну и потом, если есть вот такой вот крючок, подтягивать пассатижи на всякий случай, маркер отметить, для дырок сверлить, и зажигалку, линейку разметить дырочки. Я насверлил дырочек, значит, примерно 10 миллиметров расстояние между каждой, и в ширину, и в длину. Вот здесь вот видно примерно 10 миллиметров, как вы видите, и так тоже в ширину и в длину тоже 10 миллиметров на всем протяжении этого этой трещины. Сверлышком на 2 миллиметра. Леска пойдет 0,5. Так, теперь начинаем сейчас шить. Ну и вот так получится после всего зашития. Может, не очень красиво на первый раз. Я это делал первый раз. Но знаю, что это очень прочно. Что никуда она теперь не денется. Все работает. Хочу посоветовать еще клей. Вот очень сильный, хороший, универсальный клей. Быстрый клей. Рение называется. 1 килограмм клея, 1 литр. Стоит примерно 23 евро. 23 евро. Ну, он очень прочный для резины, для кожи. Вот его невозможно отодрать. Когда он хорошо просохнет, мажется две стороны, греется немножко феном, и очень сильно прижать, и смертельно держит. Бомбон фест, как говорится. Ставьте пальцы вверх-вниз, кому как понравится. До следующих встреч. Всем пока. Всем спасибо.